Последние пару лет стало очень модным движение селфи. Делать селфи и выкладывать в сеть стало очень популярно. Люди маниакально гонятся за новыми и еще более невероятными фотками, очень часто подвергая свою жизнь опасности. В этом видео 10 случаев, когда делание селфи привело к смерти. Рамон Гонзалес умер, упав под колеса встречного автомобиля. В тот момент, как он делал селфи, он не справился с управлением. Он умер 10 мая 2014 года в госпитале. Парень был рэпером и известен под псевдонимом JDL. Джеймс Николс и Чейн Хэллоуэй провели свое первое и последнее свидание на скале Нордклифф. Они решили сделать селфи на вершине. Девушка стояла на краю скалы, а парень устанавливал штатив для камеры. В этот момент скала посыпалась, и девушка, соскользнув, упала с 15-метровой высоты. Оскар Агилар Атера очень любил делать селфи в дорогих машинах, с девушками, мотоциклами. Однажды ему пришло в голову сделать селфи с пистолетом. К сожалению, в момент фото пистолет выстрелил, и ранение было смертельное. Селфи Олимпикс – тенденция, благодаря которой люди соревнуются в сети, у кого круче и необычнее селфи. 18-летний Оскар Рейес делал новое селфи в ванной, вися на двери. Он упал с двери и, разбив голову, умер от сильной потери крови. В мае 2015 года 18-летняя Анна Урсу и ее друг придумали новую идею для селфи – залезть на крышу поезда и там сфотографироваться. На крыше поезда она случайно зацепила высоковольтный провод и загорелась. Потушить ее смогли, а вот спасти жизнь нет, так как у нее были ожоги 50% тела. Сильвия Рэйчел, 23-летняя студентка из Польши, хотела сделать селфи на известном мосту Пуэнте-де-Триана, что в Испании. Сильвия поскользнулась и упала с 3-метровой опоры. Удар был очень сильным, и у нее остановилось сердце. Врачи скорой смогли запустить ее сердце, но девушка скончалась в больнице. Колет Морено, которой было 26 лет, погибла в автомобильной катастрофе в 2014 году. Она ехала со своей подругой на девичник. За рулем была подруга. Машина во время попытки обгона столкнулась со встречным автомобилем. Ческа Агас утонула во время группового селфи на пляже перед знаменитыми ветряными мельницами Банги. Ребята делали селфи своей компании из 7 человек. Как в один миг сильная волна сбила с ног девушку, ее спасти не удалось. В августе 2014 года маленькие дети стали свидетелями гибели своих родителей, которые упали с утеса Кабо-да-Рока, очевидно пытавшихся снять селфи возле обрыва. Фотограф-любитель Ксения Игнатьевна погибла, упав с опоры железнодорожного моста, куда она забралась, чтобы сделать новое фото. Девушка упала с высоты 10 метров на провода под напряжением. Это были последние мгновения ее жизни. Друзья, делайте селфи с умом, будьте осторожны и не рискуйте жизнью. Если кто хочет попасть в один из выпусков, делайте красивые селфи с надписью Top 5 New. Самые красивые фотки будут появляться в наших роликах. Всем бай-бай! We'll be right back.